В России канатоходец упал из-под купола цирка. Из-за внезапно провисшего троса, артист рухнул с высоты на арену. Ему помогли подняться подбежавшие сотрудники цирка. Канатоходец нашел в себе силы поклониться публике. В цирке Иркутской области канатоходец на глазах у публики упал с высоты. Причиной стала потеря натяжения троса, сообщает в понедельник, 2 апреля РИА Новости. Артист чувствует себя нормально. При падении он только ушиб руку. Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка 8 метров из-за потерявшего натяжение троса. После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист смог встать и поклониться зрителям. При этом он держался за левую руку. Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку, сообщил руководитель Департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков. Ранее французский канатоходец погиб после падения с 30-метровой высоты. Напомним, американка на каблуках прошла по канату над пропастью. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://temi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.